Всем привет, друзья! Меня зовут Оля, добро пожаловать на мой творческий канал. В этом видео мы с вами будем делать классный журнал с коробкой конфет внутри на праздник День Учителя. У меня получился мой классный журнал небольшого размера, А5, так как у меня была небольшая коробка конфет. И размеры можно взять любые, как больше, так и меньше. Итак, приступаем. Из плотного картона я вырезаю 3 детали. Детали я подмеряла именно под свою коробку конфет. И от коробки конфет я отступала 2 сантиметра на каждую сторону. И теперь я буду склеивать их между собой. И в этот раз я буду пользоваться бумажным скотчем. Склеиваю скотчем именно потому, что это удобнее для того, чтобы было удобно сгибать саму обложку журнала. Если склеивать горячим клеем, то он зафиксируется, где-то будет отходить, где-то будет нехорошо складываться. Нам это не нужно. Хорошенечко склеила с внешней стороны, и с обратной стороны я делаю все то же самое. Склеила с одной стороны и складываю, проверяю, хорошо ли все склеилось и хорошо ли все закрывается. Нам не нужно, чтобы наша обложка закрывалась туго или криво, или неровно сходились наши края. Все проверила, все хорошо складывается, и теперь буду обклеивать бумагой. У меня обычная упаковочная бумага с переходом от светлого к темному. Также можно брать и гофрированную бумагу. Пользуйтесь тем, что у вас есть под рукой, или тем, что у вас удобно. Чем вам удобно, простите. Оборачиваю все. Как вы заметили, у меня картон не совсем ровно вырезан, но это даже и не страшно. При обклеивании бумагой это даже и незаметно совершенно. Вырезаю с четырех сторон уголки для того, чтобы ровно и красиво нам задекорировать края картона, уголки картона. Вырезаю и потом все склеиваю. Оберточную бумагу я склеиваю клеем Момент Классик. Склеиваю клей им именно потому, что бумага очень тоненькая. И если пользоваться горячим клеем, то будут видны следы полосок от клея. А клей Момент очень хорошо склеивает, и не видно никаких следов от него. И стараюсь приклеить бумагу таким образом, чтобы она нигде не пузырилась, чтобы не было нигде пузырей. Прохожу плотно, хорошо рукой или где-то даже салфеткой. Обклеила журнал и теперь вклеиваю ленту. За нее мы будем связывать две стороны обложки, и таким образом у нас будет держаться наша книжка журнала. И, как я говорила, у меня небольшая коробочка конфет, конфеты каркунов, маленькая коробочка. Я сняла с нее целлофан, и они у меня уже сразу с завода приклеены, то есть верхняя крышка не открывается. Если у вас другие конфеты и верхняя крышка будет открываться, то зафиксируйте
скотчем. Приклеиваю с помощью горячего клея коробку. И теперь декорирую вторую сторону. В интернете нашла подходящую для меня картинку, распечатала на бумаге поплотней. Офисная бумага не совсем подходит, потому как она не очень плотная и будет просвечиваться. И приклеиваю тоже клеем момент. И теперь остается самое интересное, это декор самого журнала. Я приклеиваю название, классный журнал. И затем декорирую цветами. У меня это розы и небольшие кустовые хризантемы. Как сделать такие цветы, ссылки я оставлю в описании. Ну а вы декорируйте теми цветами, которые у вас есть или которые вам больше нравятся. У меня бумага с градиентом, с переходом от светлого к темному. И цветовую гамму я выбрала именно бело-желтую. Постепенно добавляю цветы, приклеиваю листики. И как вы могли заметить, я выбрала форму овальную. Мне почему-то именно захотелось такую форму сделать. Ну а вы делайте так, как вам больше нравится. И затем декорирую еще немножечко ягодками, добавляю их там, где у меня остались свободные места, незакрытое место. И на этом у меня готово. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь и не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока-пока!